Всем привет, друзья, с вами Стормин, и сегодня мы поговорим об ойбине долговязом. Вот аж как. Ну что ж, давайте посмотрим, где я его нашел. Это именной раб. Нашел его в новом Асгарде. Вот уже Теймос немного накидывает ему. Ну, точнее даже, я бы сказал, много. Давайте посмотрим это место на карте, друзья. Да, кстати, я здесь погибал однажды. Совсем недавно. Совсем 5 минут назад. Ну так и вот. Так, ну что, что представляет из себя этот Ойвин? Ойвин уже, походу, через 5 ударов из себя ничего представлять... Уже, друзья, ничего он из себя не представляет. Сейчас мы заберем его и как бы направимся до дома, что ли. Закинем ее в колесо боли. Ну, а там... как расположит карта ветров, да? Так, ну вот, все, мы дома, да, друзья. Располагаем его, размещаем. Да, это, кстати, забыл сказать, это лицедей, танцовщик, ну и прочее-прочее. Короче, шут гороховый. Так, вот так вот он выглядит. Вот мы его размещаем после перевоспитания. Ага, и вот он все, сразу пустился в пляс. Ой, ты ёптвою мать. Что-то хрень какая-то вообще. Так, ну ладно, смотрим. Почти 3000 на нулевом уровне. Так, короткий железный, ну это ерунда. Так, ну что ж, давайте посмотрим по параметрам, что он вообще, ну что-то вообще, мрак какой-то. Так, опачки. Сила 30 на нулевом, проворство 5, живучесть 10, меткость по нулям. Ну, я прям даже не знаю, стоит его прокачать. Ну, я не знаю до какого, ну хотя бы до 10, может до 11, до 15. Ну вы посмотрите, что вы творили. Нет, я ждал героев, пизда рожает дураков. Так, ну давайте его Что? Рубашка танцовщицы замарийской В общем, парень легкого поведения, я так понимаю. Так, ладно, давайте его быстрее переоденем, может он исправится. Так. И мы получаем по ХП. Вот сейчас вот руки наденем. И мы получаем по ХП. 3420, ну замечательно, в принципе, неплохо на нулевом уровне, и включая силу такую в 30-ку. Ладно, идем качать его, друзья, идем качать. Ебать. Вот так вот он прокачивает. Короче, я собирался подраться в саванне со львом, вот, дал ему меч кромом в руки, вот такая вот прокачка. Ну что ж, смотрим дальше. Он удивляет меня все больше и больше. Вот я убил льва, и вот он, здрасте, блять, вам. Вот так вот, да. Нет слов, одни слюни. Смотрим дальше. Ну вот, перед битвой он сначала сплясал. Вот такой вот незатейливый танец. И затем мы пошли драться. Блять, хочется ему въебать. Так, слегка. Итак, сейчас мы завалим вот этого носорога и смотрим. Все, прекрасно. Вот, здрасте, блять, пожалуйста. Опять начинается вот эта вот вся тягомотина. Идем дальше. Убиваем тигра. И опять 25. Короче, эта хрень продолжалась до тех пор, пока мне не настоебало просто. Ну и вот. Вот, вы посмотрите, это какой-то он новый танец, походу, изучил, да? Что-то это мне напоминает. Ну, действительно, это далеко не Ойвин. Это какая-то Авина. Долговязая, скажем так. Так, ну ладно, давайте смотреть, друзья. Итак, по параметрам. Сила 44, прокачан, проворство 17, живучесть 21, меткость 8, выживание 11. И ХП 3, а, точнее 4, 300, ну, почти 4400. Так, ну что ж. Пойдемте кого-нибудь завалим. Давайте вот меч ему дадим. Ух ты, блядь, опять начались танцы. Ну что такое, а? Нет, это... Я не знаю, это... Это дичь просто, дичь. Ну, посмотрите, друзья. Если вам доводилось видеть подобное, то отпишитесь в комментариях. Ну что ж, давайте попробуем его в бою. Я даже ни на какого босса, ничего, потому что от него толка вообще практически нет. То есть вот, он сжал кулачки свои на простом крокодиле. Все, он стоит. Давайте, у него есть меч, но он его не берет. Давайте в руку прям вложим. Все, он в руке, но тем не менее он не дает отмашку. Вот так вот я его и прокачивал, собственно говоря.
То есть мне самому приходилось драться, он следовал за мной. Ну и вот таким образом он прокачивался. Ну и все, и в пляс. Вот вам, пожалуйста, друзья. Ну что ж, у меня на этом все, друзья. До новых встреч.